Добрый день, дорогие друзья, с вами, как всегда, Александр. Я вас приветствую на своем канале «Познание неизбежного». И сегодня я хочу открыть новую рубрику, рубрику путешествий на своем канале. Рубрика будет называться «Город, в котором живу». И мы рассмотрим такой город. Первое видео, которое я сегодня выложу, будет о городе, в котором я живу. Это город Воронеж. Воронеж. Город в России. Административный центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища, реки Воронеж. 8,5 километров от впадения ее в реку Дон. От Москвы 463 километра. Население города Воронеж 1 миллион 39 801 человек. Вокруг Воронежа образовалась агломерация с численностью населения более 1,3 миллиона человек. Образует административно-территориальную единицу и муниципальное образование городской округ город Воронеж с единственным населенным пунктом в его составе. Воронеж считается колыбелью русского регулярного государственного военно-морского флота и родиной воздушно-десантных войск. Первое, что видят тысячи приезжих в миллионный город, это здание под названием «Воронеж-1». ЖД-вокзал Воронежа. Расположен он на площади Черняховского, 1. Строение выполнено в стиле модерн, как и основная часть Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Высокие прямоугольные окна, ровные линии фасада, квадратные колонны и статуи на крыше выделяют здание на фоне остальных. Внутри два этажа, огромный холл и сервис по обслуживанию пассажиров. Синие указатели удобно подсвечивают местонахождение нужных мест внутри комплекса. Справочная ЖД вокзала Воронежа и телефонные организации работают почти круглосуточно, что облегчает жизнь путешествующих. Вокзал Воронеж-1 расположен в центральной части мегаполиса. Площадь пересекает улица Кольцовская и улица Мира. Справа от здания засажен деревьями привокзальный сквер, что удобно для прогулок между пересадками в теплое время. Вокруг площади находятся супермаркет «Магнит», «Бульбаш» и «Центр Тор». Кафе «Вояж», размещенное на углу площади Черняховского, поможет скрасить ожидание поезда. Итак, одна из улиц, которая отходит от вокзала, это улица Кольцовская, которую мы сегодня и рассмотрим. Кольцовская улица – улица в Ленинском и центральном районах города Воронеж. Длина около 2,9 километра. Образует полукольцо вокруг исторического центра города. На большой части имеет две полосы. На улице расположены три крупных предприятия – «Вера Фарм», «Воронежская кондитерская фабрика» и «Воронежский ликероводочный завод». В центре улицы располагается 25-этажный торгово-деловой центр галереи Чижова, который является самым высоким зданием города и расположен на месте бывшего универмага «Россия». В конце улицы расположен жилой дом со шпилем, напоминающий сталинские высотки в Москве. We'll be right back.
Владимирский собор – ценный памятник архитектуры в Воронеже, утерянный в начале 30-х годов 20-го столетия. Находился храм на окраине Новоконной площади. Здесь велась торговля лошадьми. Выходя на улицу Лесных дворов, ныне Кольцовская, первое упоминание о церкви относится к 1888 году. Именно тогда было решено возвести его в честь 900-летия крещения Руси. По инициативе епископа Воронежского Вениамина Смирнова 30 июня 1888 года городская дума приняла решение о строительстве храма. Архитектура собора – византийский стиль, классическим образчиком которого является храм Христа Спасителя. Собором храм был прозван не из-за своего значения, а скорее из-за величия. Владимирский собор – последняя крупномасштабная стройка Российской империи. Жилой дом по улице Кольцовской, 82. Жилой дом в Воронеже. Дом состоит из трех пятиэтажных корпусов, центром композиции которой является десятиэтажная башня с четырехэтажной надстройкой и шпилевидной крышей. Башня является доминантной близлежащего района и замыкает перспективу улиц Кольцовской и 20-летия Октября. Дом по улице Кольцовской, 82, является великолепием советской архитектуры и является архитектурным стилем сталинский ампир. Дата открытия 1957 год. Так, дорогие друзья, сегодня мы начали рассмотр новой темы. А тема называется «Город, в котором я живу». Это раздел «Путешествия». Да? Я надеюсь, что информация, которую я вам предоставил, была интересной. Сегодня мы рассмотрели улицу Кольцовскую города Воронеж, да? Вокзал, на который вы приезжаете, да, в город Воронеж, ЖД-вокзал центральный. Я думаю, что информация была вам интересна, была полезна. В дальнейшем я буду еще выкладывать видео о нашем прекрасном городе. Итак, подписывайтесь на мой канал, смотрите мой канал. С вами, как всегда, был Александр. Всего вам хорошего. До свидания.